Так, тут сразу видно, что вот эта катушка отпаялась. Вот она гуляет, ножки. Прям гуляет свободно. Это нормально какой-то осик. А это гуляет. Надо отвинтить, перевернуть плату и посмотреть, что там с той стороны, как ее подпаять. И вот почему он не работает. Вот катушка болтается. Как сумасшедшая. Это сидит нормально. Это болтается. Испытание. Вот в таком виде. Что, нет, нет. Плохо держу, кажется. О! Работает. Он, собственно, подпаял эту катушку. Криво. Аж шметок какой-то бьет, достался. Надо получше подпаять. Ай-яй-яй, как криво, как стыдно. Сейчас допаяю. Ну, как минимум, я выяснил, что да, дело было в этом. Подпаял немножко поаккуратнее. Теперь ничего не болтается. Будем собирать и надеяться, что заработает. В остальном все вроде нормально. Отлично, пока я его впихивал назад в корпус, у меня отвалился провод плюса. Припаивать. Но заодно я выяснил, почему она все-таки эта штука отвалилась. При вставке в корпус эта катушка цепляет вот этой стороной за корпус. И поэтому остается нагрузка на контакты, и они могут отвалиться. Собрать ее проблематично, аккуратно. Вот. Твоя криворукость. Надо вот эти проводки развязать, зачистить и подпаять. Да, не силен я в пайке, но оно припаялось и работает. Надо все собрать, пока эта штука не отвалилась. Еще раз. Все, собираю. Итак, момент истины. Пробуем в собранном виде. Что-то не работает. Оно живое. Оно работает.